его захватил упражнение, вы работаете над балансом, вы работаете над ритмом, вы работаете над ритмом на игровой скорости, и мы работаем над механикой движения, и в процессе упражнений можем все это корректировать. Если мы хотим быть эффективными, да, мы проходим, то первый шаг,
Почему потерял вопрос? Почему игрок потерял мяч на первом шаге? Кто-нибудь, вопрос ко всем. У нас нет передачи, да, мяч перекрылся мячом здесь, и нам надо...